Приветствую всех! Вы снова на канале «Я хочу все знать». Сегодняшнее видео будет о волшебной лампе Аладдина. Желаю всем волшебного просмотра! Практически все древние знания имеют двойной, а то и тройной смысл. Но современных людей убедили в том, что наши предки были чем-то вроде диких зверей. Поэтому мы порой не замечаем вещи, лежавшие на поверхности. Мы подчас в упор не видим знания, которые наши предки передавали из поколения в поколение в сказаниях и легендах. Дальше, самого первого, самого примитивного понимания сказки и легенды, мы не идем. Да и это и не удивительно. Мы ведь даже представить себе не можем, что в каких-то детских сказках зашифрованы методы и способы правильного развития человека, развития души, духа и тела. Сказка об Аладдине встречается в сказках «Арабские ночи» или «Тысяча и одна ночь». Очаровательная волшебная коллекция сказок ближневосточного происхождения. Рассказы «Арабские ночи» были впервые представлены Европе во французском переводе Антуана Галланда в 1704 году. Эти фантастические экзотические рассказы быстро завоевали популярность. Есть сообщение о том, что Галланда разбудили под окнами в Париже молодые люди, умолявшие его рассказать больше истории. Сказка учит, что любовь, дружеская поддержка и вера в собственные силы всегда приводят к исполнению желаний. То есть в сказке четко и ясно говорится о том, что богатство, которое человек может получить, развиваясь эволюционно, не идут ни в какое сравнение с золотом и драгоценными камнями, которые можно найти на земле. Всемогущий джинн, власть над которым получает Аладдин, пройдя все испытания и найдя лампу олицетворения немыслимых возможностей, которые возникают у человека, прошедшего начальный планетарный этап эволюционного развития. Дорогие друзья! Это было вступление к двум волшебным ритуалам с лампой Аладдина. И первый ритуал. Сначала вам понадобится лампа. Ее можно смастерить самостоятельно или приобрести онлайн. Главное – заплатить за эту лампу деньги. Теперь сам ритуал. Как следует подумать о своем желании. Вы же помните, что в сказке лампа исполняла всего лишь три желания. Так чего же вам на самом деле больше всего в этой жизни хочется? Четко сформулируйте свое желание, не забывая про основные правила составления желаний. Когда с желанием вы разобрались, настройтесь на волшебный лад. Подготовьте себя к исполнению вашей мечты. Послушайте любимую музыку или посмотрите любимый фильм. В общем, постарайтесь достигнуть состояния парения. Когда вы почувствуете, что готовы к волшебству, возьмите свою волшебную лампу обеими руками, закройте глаза, почувствуйте тепло, исходящее от лампы. В этот самый момент, когда лампа вам ответила взаимностью, потрите ее левой рукой и произнесите свое желание. Главное знать и верить в то, что джинни слышит вас и обязательно исполнит ваше желание, как владельца лампы. Каждый раз, любуясь своей лампой, вы будете вспоминать свое желание, тем самым приближается момент его исполнения. Относитесь к лампе с уважением и любовью и помните, у вас есть три желания. Еще один добрый симаронский ритуал, который принесет вам не только ряд положительных эмоций, но также поможет вам достигнуть успеха и богатства. Главное – верить в волшебство и чудеса. Для этого ритуала вам понадобится любой старый чайник или кувшин, или же сама лампа. Теперь внутрь лампы нужно положить вещи, которые ассоциируются у вас с чудом. Например, новогодняя мишура, конфетти или старинные монетки. Лампа ни в коем случае не должна быть пустой. Теперь возьмите чистый листок бумаги и на одной стороне напишите все свои желания. На обратной стороне листка напишите данную фразу. Кто владеет этой лампой, тот имеет право исполнить свои желания. После чего киньте листочек в лампу и прочно закройте ее, чтобы ничего из нее не выпало. Лампа сделана и готова к применению. Лампу следует потереть 9 раз и при этом произнести вслух все свои желания. Самое главное – сильно хотеть совершения ваших желаний, а ритуал вам поможет достичь их куда быстрее. Лампу храните подальше от чужих глаз, никому не давайте ею пользоваться лишний раз. Также не следует пользоваться лампой слишком часто, беспокоить ее по мелочам. Все, ритуал выполнен.
Дорогие друзья, на этом все. Это был канал «Я хочу все знать» и рассказ о волшебной лампе Аладдина. Надеюсь, вам понравилось. Если вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписываться и оставлять комментарии. До скорых встреч. Пока-пока.